Так, ребятки, ну что, мы уже в Дубае. Сейчас я одену свою суперкамеру. Так, вот тут я. Так, ну что, мы живем на 25 этаже с Флэми. Отель вроде прикольный. Сразу как бы сделаем обзорчик, посмотрим, куда нас поселили организаторы ESL и SEA. Супертурнир. Итак, номер мы должны с вами найти либо 25. 07, либо 25-17. Значит, давайте пойдем на риск 17-го, да, наверное, вначале. Вот 16-й сразу. И вот получается 17-й. Смотрим, кто тут живет. О, тут живем мы. Все нормально. Мы открыли. Открыли, все-таки мы живем тут. Флэми, ты не голый? Нет. Хорошо, небольшая съемка. Что так холодно тут? А жрачки тут нету случайно? Это, честно говоря, холодный. Ну что, как номера? Нормально. Нормально? Какой-то запах странный, если честно. Ты в туалет не ходил? Нет. Я шучу. Но запах какой-то все равно странноватый. Так, а что мы тут видим? Ну, в принципе, прикольно. Тут и ванночка, можно поплескаться с тобой, будет милый. С Лаймичем. Кстати, большой такой душ. Вдвоем сюда заберемся. И эта херня тоже большая. Так, ну, понятно. Ты че, сука, ты че дам? Так, 25 этаж. А че так прохладно? А что это за комната? Это к Денису мы можем попасть? А, это как всегда, эта дверь, которая заблочена. Так. 25 этаж, ну интересно посмотреть. Блин, а тут походу окна не открываются, да? Я хотел открыть окошко. Короче, не посмотрим мы. Может, найдем еще, кстати, нормальный виду этот вид. Так, что у нас есть? У нас есть барчик. Тут у нас все по-простенькому. Вот его зимой. Маленький сок. Этот. 7-Up. А так, у нас здесь есть сейф. И чай. Жатвы нету. Халатик. Ну, понятно, дефолтный расклад, короче. Вопрос. Почему мы не нашли, где открываются окна? Ну все, походу, короче, мы уже не найдем, где открываются окна. На этом... печалька. Я рассчитывал. Так, ну... Ну что, вот такой небольшой обзор нашего номера. Всего отеля сейчас уже делать не буду. Здесь уже, как вы понимаете, 12 ночи. По местному 2 ночи. Здесь плюс 2 часа. Push bar to open. О, как страшно. Bar open? Ага, тут такая херня. Oh my god. Так, ладно, пошли отсюда. Ни херня, ни хера здесь нету. Завтра будем браться с командой TSM. Team Solid. Будем настраиваться, отдыхать. И до новых встреч. Всего вам хорошего. Это был Даня Зевс. Просто немножко обзора нашего отеля. Пока. Целую.